Pardon my intrusion. Your door was open. Давно я не появлялся. Помнит ли еще кто? Ждет ли еще кто? Столь много было обещано и так мало выполнено. Мы открываем телеграм. Негодование долой, работа над гайдом по Тамузу ведется. Правда, сейчас нет особо времени из-за обстоятельств заниматься именно им. Во-первых, у меня началась учеба, и сидеть записывать одну фразу по полчаса у меня банально нет времени. Во-вторых, качество бота несколько упало, да и сам он стал почти полностью платным. В-третьих, пусть у меня уже и накопилось 90 гигабайт видео о Тамузе, но я продолжаю собирать его еще сильнее. В-четвертых, я не могу найти нормальные моменты из-за нубов в команде. Просто посмотрите на эту статистику матчей. Даже мой винрейт упал до 49%. Поэтому однажды он будет, а открытие и мысли я буду публиковать в своем телеграме. Это не займет у меня колоссальное количество времени, а вам будет обучающая инфа. Поэтому переходите по ссылке в описании и сообществе, и подписывайтесь. Позвольте мне угостить вас, пока ведем на скорую руку. Сильвана топ. Сильвана мета. Чонга с Тамузом убьет. А еще своего братика вернет. Недавно вышел новый скин на Сильвану ко дню Святого Валентина. Он разительно отличается от всех предыдущих. В отличие от них, он помогает изучать персонажа. Он помог мне совершить открытие, которое переведет персонажа к мете. Послушайте, каждый удар второго навыка откликается звуком. А теперь послушайте следующую вставку. И у нас также изменения, и теперь Сильвана сразу совершает рывок, наносит урон и оглушает противников. Время перезарядки этого прикола до обновления было 12-9 секунд, а будет 7 секунд на всех уровнях. Да и второй навык не обошелся без бафов. Базовый щит до обновления был 250-400 единиц, а будет 350-500 единиц. Тогда как время перезарядки раньше было 9-7 секунд с момента активации кнопки, а теперь будет 7-5 секунд с момента окончания каста. И да, изменения действительно крутые. Плюс сочные, умноженные на бомбические. Правда, есть нюанс. Все это уже вводили на тестовый сервер несколько месяцев назад, и тогда мы также радовались. А что потом? Правильно, каждое крутое решение откатили, высрав прикол с ультимейтом. Поэтому вы как хотите, но на моем лице ни один мускул не дрогнет, пока эти бафы не приедут прямиком на основной сервер. Коренных изменений нет, как вы видите. Да и само в кавычках не скоро. Поэтому покажу вам штуку, которой никто кроме меня не пользуется, что превратит Сильвану в персонажа а-ля Джон Уик. Но начнем по порядку. Сильвана получилась крайне кривым персонажем. Возьмем первый навык. После активации второй стадии Сильвана получает рывок, который часто используется для спасения своей задницы. Так вот, этот рывок цепляется спиной. Это кривой хитбокс. Чтобы такого не происходило, вам нужно запомнить его размеры. Ведите кружка вокруг бота и меня. Максимум, что вы можете позволить, это касание их краев, иначе вы зацепитесь спиной. Так как второй навык можно очень легко прервать, стан на расстоянии дает вариативность. Ты сам волен решать идти в атаку. Отступить, помочь союзнику станом, не вступая в бой самостоятельно. А как мы видел во вставке, эту фишку хотят убрать. Действительно, изменения сочные, умноженные на бомбические. Лучше бы просто вернули ей прибавку к скорости, как это было в момент ее релиза, и убрали условия обязательного попадания.
Крутилка-вертилка имеет очень маленькую процентовку урона, так еще и предметы, наносящие дополнительный урон за удар, бьют во время нее с неполной силой. Для того, чтобы наносить приличный урон, придется собираться фулл деда, что делает нас уязвимыми по характеристикам. Но даже здесь навык снова ставит нам палки в колеса своей непродуманностью. Его можно легко прервать любым контролем, а еще мы не можем двигаться во время каста. Это делает нас уязвимыми не только для персонажей с большим уроном, чем наш, но и для персонажей с контролем или высокой мобильностью. Также навык считается полной автоатакой. Полной значит, что способность действительно считается автоатакой и не получает бонусы от предметов способностей, как это происходит у других персонажей. Три варианта, как это починить. Прежде всего, это касается всех вариантов, нужно поднять проценты. Хотя бы до 65 и сократить время накапливания пассивки, то есть оставить 3 стака. Вариант первый. Дать ей невосприимчивость к контролю во время второго навыка. Вариант второй, позволить ей двигаться во время крутилки, увеличив щит. Третий вариант, разъединить Сильвану и крутилку. Концепт ульты в норме, но бонусы не те. Так как второй навык можно спокойно сбить, и я бить не буду, то мне и не сильно то поможет прибавка к вампиризму. Лучше бы там было уменьшение урона, как при отомщении, но пока Сильвана находится в кругу, или хотя бы предметы из магии давали бы вампиризм от автоатак, а то ты даже его прокачать не можешь. Хочу заметить, что с отмщением уже есть уменьшение урона, так что вообще супер было бы дать и большой вампиризм, и среднее поглощение. Иначе как ДД. Залетая в толпу, просто сдувают, а иногда и один на один, не говоря уже о том, что оттуда можно убежать при помощи очищения, которое пассивно есть у многих персов. Для начала посмотрим сборки топ-игроков, чтобы мои доказательства были железными. Итак, урон сборки киберспортсмена и топов ранга. Урон моего открытия. Когда я услышал звуки скина, я незамедлительно разморозил тесты. Ведь теперь я мог сказать наверняка, полезно оно или Сильвана, эта тварь дрожащая. Просто послушайте.
Услышав такой огромный прирост, я тотчас же начал искать баланс между уроном скорости и живучестью. И я нашел его. А сейчас дарую его вам. Приятной игры. Вести других наперед, это смотр. А если начнешь, будешь должен продолжить. А если исчезнешь, будешь должен вернуться. Я вернулся. И теперь у нас есть телеграм, в котором мне будет проще продолжать. Отследуйте туда за мной.